Всем доброго времени суток! С вами Silent Mashika, и сегодня у меня для вас новости на 11 число 10 месяца 2020 года. Несмотря на недавно прошедший девстрим, у нас имеется еще куча нерассмотренной инфы на повестке дня. Например, опубликовали расписание стримов на следующую неделю. Как и ожидалось, в понедельник и будет затишье. Что касается дропов, то раздают фигурки боссов Гринир. Также вы можете помнить, что на девстриме вновь показали алхимика, которого наименовали Лавос. Как оказалось, на плечах у него имеются некие колбы, которые содержат жидкость, что неплохо выглядит. Также не стоит забывать и про недавнее прибытие Барыча. Он таки притащил комбо Ярость. По факту мод забавный. С его помощью вы можете усилить вторичное оружие, сделав метательное оружие ближнего боя эдакой поддержкой. Достаточно убить любую цель для увеличения магазина и скорости при зарядке в 2 раза, хотя ей придется пожертвовать слотом мода в оружие ближнего боя. Что касается других товаров, то все прайм-моды хороши, потому советую брать. Также доступны Грагона и Скана Призмы вместе с маячком Грастракской тройки. Все остальное уже на ваше усмотрение. Также было зафиксировано интересное изменение для Дадзё, которое не было объявлено разрабами. Теперь можно включить настройку автоматического финансирования украшений с помощью ресурсов хранилища клана. Насколько я знаю, для включения данной настройки требуется быть как минимум казначеем клана. Также может потребоваться перезапуск игры. Интересно, почему об этом не было нигде заявлено, учитывая то, как разрабы недавно признали данную проблему. Затем у нас имеется новый конкурс от разрабов, эдакая вечеринка костюмов от дочери. Требуется создать костюм из предметов, которые можно сыскать дома. Одеться можно чем угодно из вселенной Варфа, даже дроном-уборщиком. Заявки принимаются до 29 октября, а среди призов имеется платина и прайм доступ на Эджи. Напоследок имеется комментарий от Скотта насчет грядущего ребаланса. На этот раз целью является не ввод нерфов, наподобие случая с меткой смерти, а усиление слабых статусов и способностей, что звучит неплохо. И на этом от меня все, потому всем всего, всем удачи и всем пока.